Участок дороги на Арцебушевской от Полевой до Маяковского отремонтируют до конца октября. Подрядчик выполняет работы на средства нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За две предыдущие смены специалисты успели отфрезеровать проезжую часть и выставить плиты перекрытия под будущие дождеприемники. За ночь рабочие уложили 1200 тонн выравнивающего зернистого асфальтобетона. В течение этой недели специалисты обустроят на Арцебушевской новые бордюры и начнут заниматься верхним слоем дорожной одежды. На финише останется привести в порядок тротуар и уложить плитку. Сейчас участок готов более чем на 50%. Все этапы работ контролируют представители МБУ «Дорожное хозяйство», подведомственного учреждения Департамента городского хозяйства. Также многоступенчатый контроль организован руководством подрядной организации, которая выполняет комплексный ремонт дорожного объекта. Мы уже закончили все основные работы по асфальту и на Победе, и на Старозагоре, и на Мичурино. Поэтому мы сейчас уже вышли на тот участок, который предполагался ремонтироваться в следующем году. Мы идем с опережением графика, поэтому благодаря погодным условиям можем отремонтировать этот участок сейчас. Подрядчик трудится на участке ежедневно – 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Днем специалисты, например, меняют бордюры, дождеприемники, выставляют люки на проектную отметку, чтобы не перекрывать движение, а ночью занимаются дорожным полотном. В это время трафик не такой напряженный, ведь полностью дорогу не перекрывают. Для удобства автомобилистов и движения общественного транспорта эту практику в Самаре реализуют на протяжении последних лет. Чтобы работать максимально оперативно, на Арцебушевской используют два укладочных комплекса с автоматической системой нивелирования, 8 катков и 20 самосвалов. Трудятся 40 человек. Асфальт высокопрочный, из высокопрочных материалов, гарантийные обязательства у нас 5 лет. Укладываем слой 6 сантиметров. Сейчас на данный момент вы видите выравнивающий слой, то есть это нижний слой покрытия. Перед тем, как его положить, мы чистим основание от пыли и грязи, разливаем эмульсию и укладываем асфальтоукладчиками и уплотняем катками. Водители, которые ездят по Арцебушевской, относятся к ремонту с пониманием и с нетерпением ждут открытия нового участка. Дорогу долго не ремонтировали. Сейчас дорогу приводят в порядок. Движение, надеюсь, скоро откроют. До конца месяца рабочие в полном объеме планируют привести в порядок и участок от переулка Тургенева до Льва Толстого. Здесь уже обновили автодорогу, бортовой камень, частично обустроили тротуары с плиточным покрытием вместо асфальтобетонного. Также появится пешеходное ограждение, дорожная разметка и зеленые газоны. Кроме того, ранее еще весной на Арцебушевской литым асфальтобетоном привели в порядок пространство между трамвайными рельсами. По нацпроекту обновление Арцебушевской продолжится и в 2021 году. Муниципальный контракт двухлетний. В целом преобразятся 2 километра 350 метров в границах улицы Полевой и переулка Тургенева. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События.